Привет всем, ребят! Я не знаю, есть ли здесь вообще кто-нибудь живой, но всем привет! Как ты в плане секса? Как моя татуха? О, пошла, пошла! У меня теперь, смотрите, у меня новое убежище, я теперь опять на балконе. Вот, правда, это не тот балкон, что раньше, но тем не менее, здесь тепло, лампово и уютно, правда? Да-да-да, новый балкон, меня выселили из комнаты. Там просто в комнате большой толстый голый мужик. Ну ладно, он не совсем гол, он в одних трусах, и он задротствует вов. Иногда подпёздывает чего-то. Еще недавно я спал на этом балконе, а теперь какая-то шлюх сидит. В смысле, Крипи Критер? Когда это ты спал здесь? Да. А это, небось, опять какой-нибудь шизоид с 2 чей. Ты до сих пор у нее живешь? Ну да. Где тату? Ну она, блин, она же еще под пленкой. Под пеленкой, в смысле. Вот, типа, ее 2 дня точно под пеленкой надо херачить, а я и все 3 планирую, потому что она большая и мало ли что. Вот, поэтому пока не могу показать, но через, получается, дня 3-4 покажу. Азазин называет меня принцесской, Азазин называет меня хуилой. Может быть, принцессой хуил, не знаю. Приблизься и покажи глаза. А что такого-то у меня с ними? Глаза как глаза. Говноцвета. Как были, так и остались. Я сегодня без линз. Блин, я забыла, что у меня есть линзы. А, привет, слушай, там в группе ВК не обмотана татуха. Она же вроде должна быть обмотана на несколько дней. Но когда ее делают, то есть ее протирают хлоргексидином, ее фоткают, естественно, типа, тату-мастер же должен показать в своей группе, типа, прям, смотрите, какой я крутой, я сделал татуху. Некоторые люди не верят, что у меня, типа, настоящая татуха, потому что она, типа, не красная. Мне уже даже в личку написали, типа... А причем это же, получается, кто-то из сабов, но поскольку там имя, фамилия, я не знаю, кто это такой. Вот, но я же добавляю только сабов, соответственно, это, наверное, саб. Спасибо тебе большое, Электрик из Закамска. Блин, спасибо, правда. Вот. И, короче, суть в том, что... блять, на ляхе! Это же татуха на ляхе! Мне ее били 7 часов. Ну да, я где-то в 10 приехал, там пока то, пока все. В 11 мы начали, в 6 я вышла. Ну да, 7 часов, короче, мне били. Вот, причем я била без обезболивающего еще. Всегда думал, что татухи только черные и белые бывают, а тут такая красота. Блин, я честно, я даже не знала, чего ждать, потому что это что же моя первая татуировка? Вот. Я думала, ну блин, ну там какие-нибудь цвета будут такие себе, вот. А она на самом деле, она в жизни еще лучше смотрится, чем на фотках. Блин, мне очень нравится. Охуенно вообще. И мастер просто муа, золотцем. Трахнись с Азазином. Блин, я пока не могу. Знаешь, вот эти вот дни календаря и все дела. Не думаешь начать играть в дотку? Да я как бы играю в доту, но очень редко, потому что я очень плохо играю в доту, и плюс у меня постоянные переезды туда-сюда, пока там комп установишь, все дела. Вот. Вообще мне нравится играть в доту, но я не умею в нее играть. Круто получилось, такой тату не стыдно и на работе перед бабками показаться. Но я чаще всего хожу с платьями ниже колена, потому что, блин, бабки в очереди, они могут тебя заклеймить шлюхой, просто потому что у тебя юбка выше колена. А по возможности серьезно, без твоих фирменных саркастических рофлов. Каково твое отношение к длительным, серьезным отношениям? Почему я должна быть против них? Типа, если люди нашли друг друга, и если они могут длительно существовать вместе, то... Почему бы и нет? Вот, у меня как бы последние отношения длились 2 года, и я считаю, что это достаточно длительный срок. Вот, ну, к знакомству с родителями, почему? Блин, это реально, это странный вопрос. Типа, как можно негативно относиться к знакомству с родителями? Вот к венчанию в церкви я отношусь негативно просто потому, что я неверующая. Вот, поэтому для меня это просто какой-то... парад идиотизма, но это, опять же, это мое мнение, чисто для меня. А рождению детей я лично не хочу. Я сама ребенок, и мне кажется, я лет 40 буду ребенком, поэтому мне как бы на данный момент дети не нужны. Вот, все, вроде пояснила за весь шмот.
Я не умею разговаривать с хач-акцентом. Есть какие-то курсы, типа, для людей, которые хотят говорить по-хачовски? Типа, блин, почему учат английскому, но не учат говорить как хач? Меня же в Армении не поймут. Приеду я на свою историческую родину и буду там говорить как, блядь, москалька. Меня ж там зарежут сразу. Ну или выебут. Больно было без обезболивающих, тоже себе планирую татуху на ЧБ. Ну, там, короче, типа есть несколько насадок, то есть там, где одна иголка, там три иголки, ну или хуй знает, короче, где мало иголок, где средний иголок, и когда бьют светом, там типа дохуя иголок. Вот когда бьют светом, это прям совсем неприятно, но это терпимо, потому что как бы в любом случае мне били на ляжке, вот, а на ляжке это не так больно, потому что там, блядь, жира полно, вот. А если ты не жирный, то, наверное, будет больно. Собственно, поэтому я отъедалась, чтобы не больно было бить татуху. Вы думали, что я жирная? Нет, я просто татуху хотела набить. Про тупых стримерш? Я готова бросить челлендж любой тёлки с Твича и сделать ее в тесте на IQ. Блин, а давайте так сделаем, давайте найдем какую-нибудь умную стримершу и бросим ей челлендж. Я с своими 68 баллами, сука, я ее разнесу. Бля, здесь опять этот жирный мужик ко мне бьется в окно. Так, Аврил Лавин поставила. Азазин сейчас сказал, что когда-нибудь должна стать его и выдержанными танцеваться, обниматься, все дела, сами знаете. Я половину не услышала. А, Сол Гудман, спасибо тебе большое, Better Call Saul. Хуёвый сериал, мне не понравился. Но в любом случае, спасибо тебе. Я не могу показать татуху, ребят. Она, я ее вчера сделала, понимаете? Она еще под пеленкой. Вот, а пеленка у меня замотана такой херней, которая типа. Она, это не скотч, это типа какая-то лента для катетеров, то есть которыми катетеры фиксируют. Ее очень больно отдирать, ее очень сложно отодрать. Поэтому, блин, я могу вам сфоткать потом. Вот. Ну, в общем, пока я не могу показать, она под пеленкой. Но пеленку вроде носится дня три, поэтому на следующей неделе вы уже увидите так. Батины труханы. Так я же говорю, у меня 6 штук батиных труханов. Мне сейчас очень больно носить что-то, знаете, типа леггинсов. Я в них просто не влезу сейчас. Вот. Я могу, в принципе, носить платье, но мне не очень нравится все равно. А так в шортанах я почти не касаюсь ноги и норм. Я вот тоже думаю тату делать. Блин, на самом деле, если вы из Москвы, я могу реально посоветовать своего мастера, потому что она просто какая-то охуенная. Вот, прям... Дим. Да, она, кстати, симпатичная. Азазин сейчас сказал, что когда-нибудь должна стать его, и вы должны... мы там целоваться, обниматься, все дела... Сами... А, сами знаете. Ёб твою мать. Подожди, Азазин... Мне казалось, или это Азазин меня хуесосил? Я, честно говоря, несколько путаюсь, но мне казалось, что Азазин делал про меня видео, что я тупая шкура Твича, и что я нихуя не делаю на стриме, кроме как показываю свою задницу. Ну как можно показывать свою задницу? Это как если бы я показывала Бога. Ну типа как? Ты бы своему мастеру тату сделала бы хорошо. Во-первых, это женщина. Во-вторых... Ну, сделала бы, это условное наклонение, а то, о чем было, надо просто говорить в прошедшем роде, времени. Да, я сделаю любую бабу на Твиче в тесте на IQ. Был ли у тебя секс с мужчиной, воевавшим во Вьетнаме? Нет, только с котом. Оля, солнышко, скажи мне свое фирменное. Здорово, Белял! Можешь перестать спамить? Говорят, что в 2017 уже появились анонсы в группе. Не, вряд ли. Мы еще не дошли до такого. Типа, понимаешь, человечество, оно развивается не сразу. То есть не получил пещерный человек сразу автомобиль. Это не так происходит. Вот, и человечество пока не дошло еще до анонсов в группе. Я знаю эту изоленту для катетеров, очень знакома, пиздец, больно. Да, это дико больно, но она, по крайней мере, ну, прям фиксирует, то есть вообще ничего с повязкой не случается. И то твоя жопа намного реалистичней. Но я скорее поверю в то, что у меня жопа появится, чем в то, что бог есть. Если бы был бог, почему бы он создал женщину без жопы? Вот вам доказательство идеальное.
что за мастер, что почем? Я отдала 28. Но у меня как бы сеанс был 7 часов, то есть мы, грубо говоря, два сеанса в один захуячили, чтобы мне не приезжать два раза, потому что я ленивое хуйло. А, Джойс Паладин, какой ты смешной сегодня. Спасибо тебе большое за такие шутечки. Вот. Поэтому я решила, что лучше я, блядь, вытерплю 7 часов, ну не то чтобы боли, но, по крайней мере, не самых приятных ощущений, которые мне вообще когда-либо доставляла женщина, вот, и, ну, хотя бы так. Ты меня игноришь, а соседи теперь думают, что моторки на две жены. Мандрагоркин, как думаешь, соседи думают, что у тебя теперь две жены? Я имею в виду не левую и правую руку, а типа про нас с Полиной. Родители думают, что я твоя жена? Да, друзья уже сказали, что я совсем охуел в своей Москве. В общем, да, и друзья, и родители, и соседи, все уже думают, что у нас шведская семья. Шведская семья с животными, ура! Ура! Это не я, нахуй, алло, да ладно тебе, господи, Джо. Все мы знаем твои смешные шутки. Клака! Ну так было слышно еще лучше. Арья! Арья, пойдешь сюда? Арья, привет! Арья, ну-ка поздоровайся со стримом. Кричатик, привет! Арьюс! Арья, иди ко мне! Арья, иди ко мне! Арья, сидеть! Дай пять. Красотка, ты такая умная собака, ты умнее меня. Я тебя не умею давать. Да. Привет. Фу, не нравится. У нее, кстати, изо рта пахнет. Ну, блядь, наша собака. Собака. Все, ладно, я подоминировала собаку. Привет, Алёша. Фу, зоофилия. Ты так говоришь, как будто зоофилия — это что-то плохое. Вот это случилось. Все я говорят, что нужно любить животных, спасибо. А потом такие, фу, зоофилия. Песню сделай, дай. Эстафадин. Спасибо Эстафадин. Отличный выбор песни для Google-мужика. Эстафадин. Бедные соседи теперь думают, откуда у Моторкиных такая большая дочь. Не-не-не-не, у нас как бы шведская семья. Вот, у нас просто кровать себе позволяет спать втроем. Покажи Полину или Бунт. Полин, ты одета? Полин, ты одета? А что за чмо спрашиваешь? Зайдешь на стрим? Давай я зайду. Ну иди ко мне. Покажи свою ляжку хотя бы. Люди не верят, что ты здесь есть. Они думают, что это раздвоение личности у Моторкина. Блин, ты что делаешь? Лишь бы дестрой устроить. На самом деле, я просто говорящий кот. В этом вся проблема. Мистер Кит, ебав вас в рит. Половить слов снова. Здорово. Бля, Вьетнам. Опять гуки. Стримеры. Везде стримеры. Правая рука моторки. Ну, не знаю, насколько правая. Но там было обручальное кольцо. На какое обручальное вешается? На правое. Окей. Привет, помнишь меня? Док, конечно, помню. У тебя были самые охуенные истории, которые внезапно оборвались. Че у нее за зоопарк? Здесь собака и кошка, которая вспоминает Вьетнам. И которая в какой-то хуйне. Кот ошалевший. Он, я тебе говорю, он вечно вспоминает Вьетнам, и я уверена, что он сейчас что-нибудь нажмет, сука, на клаве, у меня все исчезнет. Оля Жадина, 6 труханов, и жалко одно для Ковальчука. Ковальчук читер, поэтому никаких ему труханов. Но вообще, на самом деле, я думала с Никитой, знаете, встретиться в Москве, там, трусишки ему передать. Хочешь куня от девушки? Смотря от какой девушки. Знаете, женщины не такие существа, иногда они настолько страшны, что от них куни не очень хочется. Интернет. Но я не сдался. И в знак протеста мамкиной тирании с
скрылся в ванной. Все мы через это прошли. Батя отрекся от семьи и ушел жить в гараж. Точка, мамка написала отказ. Завтра меня забирает к себе семья трансгендеров из Румынии.